Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий за 3 дня в разных районах Тувы изъяли из незаконного оборота более 1000 литров контрафактной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. В частности, за 1 день в городе Шиганар полицейские изъяли более 500 бутылок водки без федеральных специальных марок. Жители города хранили спиртосодержащую жидкость в своем доме с целью сбыта. Кроме того, 13 декабря на 14 километре автодороги Акдавурак-Абаза сотрудники ДПС при досмотре транспортного средства обнаружили и изъяли 80 бутылок водки и 7 бутылок коньяка без соответствующих документов. Также в городе Чидан полицейскими из торговой точки было изъято 320 бутылок водки. В тот же день в ходе мероприятий в рамках операции нелегальной перевозки сотрудниками ДПС для проверки был остановлен грузовой автомобиль под управлением 54-летнего жителя Байтагинского района. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 454 бутылки водки без акцизных марок и 6 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом 10 литров каждая. В данном случае усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии». Вся алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на экспертизу. По указанным фактам ведутся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.